Теплая погода продолжает радовать с самого начала июня. Температура воды в водоемах достигла комфортной отметки. А это значит, что все больше людей делают выбор в пользу отдыха на берегу рек и озер. Даугавпилсские пляжи готовы к летнему сезону, но чтобы не испортить отдых себе и другим, нужно соблюдать некоторые правила и рекомендации. На центральном пляже в Стропах и пляже Стропу-Вилнес, где традиционно собирается наибольшее количество людей, дежурят спасатели. Ранее эту функцию выполняло управление коммунального хозяйства, а с этого года она передана полиции самоуправления. Сотрудники заботятся о безопасности отдыхающих на воде и на суше. К ним можно обращаться, если необходима медицинская или какая-либо иная помощь. Спасателям можно также передать найденные на пляже вещи и, соответственно, заявить о потерянном. Чтобы избежать неприятных инцидентов, отдыхающие напоминают, что перед купанием нужно оценить свои навыки плавания и состояние здоровья. И, конечно, во время отдыха на берегу водоема нужно тщательно приглядывать за детьми. Лето – это время каникул, и родители должны в первую очередь обсудить с детьми вопросы безопасности, как нужно вести себя на улице или отдыхая где-либо. За детьми нужно обязательно присматривать, когда они отправляются отдыхать на природу, особенно у воды, так как даже считанные секунды иногда, к сожалению, могут привести к несчастному случаю. Спасатели также не советуют заплывать за буйки. Они установлены таким образом, чтобы в случае происшествия до человека можно было быстро доплыть и успеть его спасти. Ни в коем случае нельзя заплывать под большой понтон на центральном пляже. Прыгать с установленной здесь вышки тоже надо осмотрительно. Необходимо соблюдать элементарные меры безопасности. Например, прыгая с вышки, надо убедиться, что человек, прыгавший перед вами, уже успел отплыть в сторону. Разумеется, нужно оценить свои способности и понять, можете ли вы это сделать, все ли в порядке. Также необходимо принимать во внимание, что в месте, где установлена вышка на понтоне, глубина составляет 3,5-4 метра, а это действительно глубоко. Одной из основных функций спасателей является также обеспечение общественного порядка. Отдыхающим напоминают, что во всех общественных местах города, в том числе на пляжах, запрещается распивать алкогольные напитки. Приводить, а уж тем более купать животных на публичных пляжах, также строго запрещено. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Людей во время посещения пляжа призывают вести себя ответственно и соблюдать дистанцию, чтобы не подвергать себя и других риску заражения COVID-19. При соблюдении всех мер предосторожности можно пользоваться детской игровой площадкой и спортивной зоной, которую сейчас как раз готовят к новому сезону пляжного волейбола. Первые соревнования на пляже в Стропах пройдут уже в конце июня. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.